Концертно-театральный зал «Югра Классик» объединил судари и сударыни со всего округа. Воспитанники православной гимназии и участники движения «Югра Молодая Православная» собрались, чтобы закружиться в танце на 11-м пасхальном епархиальном балу. Бал – это не просто возможность окунуться в атмосферу 19 века. Это встреча близких по духу молодых людей. Еще и площадка, где можно раскрыть творческие способности. Участники готовят массовый танец, исполняют песни и читают стихи. Мы участвуем уже 4 года. Первый раз мы поехали в Сургут, и уже третий год проходит в Ханты-Мансийске. В том году наша пара из Нижневартовска заняли первое место. Нам очень нравится. Педагоги нас поддерживают, готовят нас. И вот, надеюсь, мы не последний раз приезжаем сюда. Свои танцевальные бальные программы представили Ханты-Мансийская, Сургутская, Нефтеюганская и Нижневартовская благочиния. Помимо молодых участников, закружиться в венском вальсе пришли и более опытные танцоры. Пара из Ханты-Мансийска не пропускала ни одного танцевального номера и тихонько оттачивала технику за кулисами, чтобы выйти на главный танец этого вечера. Мы хотим услышать красивую музыку, под которую красиво танцуют все, то есть вальсы, полонезы, подеграсы. Всевозможные вот эти вот танцы. Мы их танцуем, любим, умеем, поэтому приходим потанцевать. Натанцевались от души. Очень понравилось. Каждая из школ представила свой танец, а участники конкурса «Сударь и сударыня» продемонстрировали визитки и парный вальс. В лучших традициях балов прошлого века прошли танцевальные забавы, где все желающие могли познакомиться с новыми видами парных танцев, например, станцевать польку-тройку. Мы сегодня восстанавливаем, скажем, наверное, то утраченное, которое ушло из жизни молодых людей, когда более 70 лет все, скажем, религиозные мероприятия, они все отсекались и как-то не приветствовалось, потому что, ну, прещалось, одним словом. Вот сейчас, когда мы восстанавливаем духовно-нравственные основы, наши ценности духовные, то, конечно же, без культурных таких мероприятий и балов, тех, наверное, танцев, которые были всегда в России исконно, скажем, и фигурный вальс, самые различные такие, скажем, композиции хореографические. Вот. И сегодня почему и молодежь тянется? Потому что, наверное, правильный вектор избран в том, чтобы вернуть нашу традицию, нашу культуру. Интерес к таким мероприятиям с каждым годом только растет. Не только среди взрослой аудитории, но и среди школьников. Значит, у этой доброй традиции есть будущее. Лера Федосеенко, Владимир Дадыко, телеканал «Югра», Ханты-Мансийск.